Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это уже 9-й эпизод по прохождению Resident Evil 2 ремейк. Компания за Леона Кеннеди, уровень сложности хардкор. И, в принципе, мы закончили здесь, в этом полицейском участке, нам остается теперь только выбраться на парковку, доделать электрощиток и убрать. О! Черт! Беги, Леон! О боже! Боже, боже, боже! Как он здесь оказался? Тварь! Жесть! Жесть, жесть, жесть! Так, ребят, не надо. Нужна аптечка, срочно, срочно аптечка. Фу, надо отдышаться. Так, вали, 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 Леон. Аптечку. Отлично. Перевалим отсюда. О боже. Так, здесь у нас зомбарь. Не урчи. Так, отлично. Отлично. Воу! Твари. Воу, здесь. Откуда вы здесь взялись-то, блин? Фух. Все, мы от него отстали. Жесть. О, как он внезапно-то появился. Вот. Да, о чем я? Так, доделать электрощиток и выбраться к чертовой матери с этой полицейского участка, с этого. Подальше от зомбарей, подальше от лизунов, от тирана, в конце концов. Так, здесь собак нет. Похоже, что нет. Вот. Не забыть про это богом проклятое место. Правда, есть еще такая вот загвоздка. Я предполагаю, что когда мы включим электрощиток, починим, вот эти вот решетки откроются, и все зомбари они повылазят, короче. Надо быть начеку, чтобы уклоняться от них, потому что, как вы видите, у меня патронов на всех не хватит. Так, ну приступим. Так, в смысле? Головоломка? Ха, жесть, нам еще надо распределить ток. Пипец. Блин, вот эти пазлы всякие, которые кручу-верчу, мне никогда нормально не даются. Вот. Я лучше разгадаю головоломку с цифрами какую-нибудь там. Не знаю. Вот. С цифрами. Либо просто какую-нибудь там головоломочку. Так. Ну и чё, я подал ток. И чё? В смысле? Так. Ну я говорю, мне сложно даются вот эти вот пазлы всякие. Что за жесть такая? Что нужно покрутить, чтобы заработало? О!
Отлично. Методом тыка, короче, мы это сделали. Так, ну что, вот она, карточка, карточка, отлично, путь к спасению. Здорово. Записка Бена. Участок кишит чудовищами, даже сюда доносятся их вопли. Но пугает меня не зомби. Проект под кодовым названием «Тиран» — совершенное биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что эта тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Так. А вот и понятно, друзья, почему тиран охотится за Клэр, короче. Он запрограммирован не то, чтобы убить членов Старц. Он запрограммирован, чтобы убрать всех свидетелей. Вот. А членов Старц, короче, запрограммирован Немезис, который в третьей части Резидента. Он чисто убивает членов команды Старс. А этот, он охотится чисто за свидетелями, короче. Теперь все ясно. Да? Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Анна. Всем на него наплевать. Им нужна информация о G-вирусе. И откуда ты о нем знаешь? В сраной выгребной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Лабораторией? Ну что, расскажешь мне? Интересно. А, интересно. Интервью окончено. Интересно. Стерва. Быстро говорят, я не успеваю прочитать там. Так. А, ну вот, повторение идет. Это не объясняет слухов о приюте, его спонсирует Umbrella, какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Анет, всем на него наплевать, им нужна информация о G-вирусе. Откуда ты о нем знаешь? В сраной выгребной яме под улицами города. Кстати, по слухам, он связан с вашей подземной лабораторией. Ну что, расскажешь что-нибудь или так и будешь? Интервью окончено, стерва. Окей, так, взяли магнитную карту гаража. Магнитная карта от секционных ворот гаража полицейского управления Raccoon City. Отлично. Мы скоро выберемся из этого дурдома. Что им нужно? Да, конечно, гримаса у него вообще жесть. Окей, валим. Это плохо. О, открылись ворота. Открылись ворота. О, жесть. Жесть, жесть. Есть. О, отлично, можно пробежать. Можно пробежать. И бежи. О, нет! Только не ты, да хорош. Только не ты, твою мать. Фу. Получилось. Получилось оббежать нам. Ай-яй-яй-яй-яй. Твари, твари. Граната. Граната. Отвали. За ногу, тварь, укусила. Да беги ты! Жесть. О, жесть. Валим, валим, валим. Быстро карточку вставлять. Ада? Мне начинает надоедать. Второй раз подряд спасаю твою задницу. А ты что считаешь? Слушай, это не игра. Да ты что? Здесь под землей ничего не умирает навсегда. Я так понимаю, у тебя есть ключ. А, и вот. Я надеялся, ты сможешь объяснить, о чем здесь говорится. Возможно. Мне нужно ее послушать. Давай выбираться отсюда.
О, жесть. Спасибо тебе, Ада, в очередной раз. Так, давайте посмотрим, может здесь есть какая-нибудь вкусняшка лежит. Фу. Я думал, будет как-то полайтовей. Немножко. Возможно, тебе придется поднять заграждение. Да это понятно. Давай сейчас поднимем. И сваливаем отсюда нафиг. Наконец-то свобода. О, травушка. Отлично. Наконец-то мы вышли. Кстати, мы не исследовали полностью полицейский участок, потому что там было куча дверей с червями. Эту информацию ты искала? К сожалению, нет. Бен меня подвел. Тогда что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто заварил эту кашу. А что насчет тебя? Хочешь спасти мир? Я сказал лейтенанту Бреннегу, что приведу помощь. Что ж, удачи. О, видали? Вот такую бы штуку взять, да каждому. И просто разнести тут все в пух и прах. Вот почему они мимо прошли? Почему вот они не сели в этот броневик? Такой штуковиной и тиран не страшен. О! Оружейный магазин Кендо. Или Кенда. Друзья, в оригинале была такая локация. Только она была в самом начале игры, по-моему. Если не изменяет память. Вот. А здесь, я смотрю, разработчики поставили ее совсем в другом месте. Я так полагаю, это тупик. Похоже, нам придется пройти через этот магазин оружия. Я так полагаю, это уже середина игры где-то, примерно. Вот. И разработчики впихнули локацию оружейный магазин Кендо в середину. Давайте посмотрим, что здесь придумали. Ну и бардак. Чё она там рыщет? Что-то потеряла? Так. Темновато здесь. Леон, где твой фонарик? Вы что, просрали фонарик, что ли? Почему он его не достает? Так, граната, отлично. Граната, а это что? Длинный ствол W870. Деталь для W870 увеличивает емкость магазина до 8 патронов и начальную скорость на снаряда, уменьшая рассеивание при стрельбе. О, отлично. Мы можем заделать. Смотрите, какой у нас теперь дробаш крутой. Правда, теперь две ячейки занимает. Ну окей. Зато он теперь крут. Будет голову, наверное, сносить, я надеюсь. Так, патрончики. Отлично. 15 патронов. Ну, можно сказать, обойма. Стоять. Я не причиню вам вреда. Ну, стоять. Я просто проходил мимо. Пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь туда, откуда явился. Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Бросай. Нет, стой! Отойди, надо прикончить ее, пока не стала монстром. Прикончить? Черт, это же моя дочь! Ада. Оставь их. Эмма? Дорогая, я же просил ждать там. Папа?
Да, Эми. Папа с тобой. Я здесь, слышишь? Эти чертовы твари снаружи. Смотри, что они с нами сделали. Ты коп. Ты должен что-то знать, почему это случилось. А? Она была нашим ангелочком. Мама. Мама спит, милая, слышишь? И тебе тоже пора в кроватку. Эмма? Уйдите. Просто оставьте нас одних. Ладно. Одно дело скрывать правду от меня. Но от него-то зачем? Я хочу понять, что тут творится. И остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него. Для этого я пошел в полицию. Моя задача — сорвать все планы Umbrella. Мы можем погибнуть. Если это нужно для спасения города, я с тобой. Да, вот такое драматичное, такая драматичная сцена в игре была. Жесть, конечно. Жалко девочку маленькую, жалко вот этого мужика. Я так полагаю, он жену потерял. И дочку, можно сказать, потерял. Жесть, конечно. Ну, Леон настроен серьезно, я смотрю. Слышал об Umbrella Corporation? Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается разработкой биоружия. У них есть вирус. Он обращает людей в неуязвимых чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. И это вся информация, которую ты мне скажешь? Давно уже знаем. Поэтому я ищу Аннет Биркин. Это она выпустила вирус Umbrella на свободу. Я должна ликвидировать ее. Так, разве Аннет выпустила? Я почему-то думал, что Уильям Биркин вколол себе этот вирус. И остатки там... Это наш путь к Аннет. Канализация хорошо вписывается во все, что мы... ты мне рассказала. Хорошо сказано. После тебя. Ну, спасибо. Вот. Остатки типа G-вируса разнесли крысы. Канализация. Или все-таки это Аннет? Что-то я запутался. Сколько раз проходил оригинал? Что-то как-то... Я знаю, да, она там замешана. И какой настоящий ученый сюда полезет? Согласно штабу, этот путь приведет нас прямо к секретному комплексу Umbrella. Да не может быть. Канализация обслуживает город. Как им удалось построить комплекс без ведома властей? Добро пожаловать в корпоративную Америку. Umbrella многие годы контролирует Raccoon City. Да. Да, Raccoon City город, он как этот, как, знаете, как клетка с подопытными крысами, короче, для Umbrella. Специально, по-моему, был построен этот город, чтобы проводить свои эксперименты. Ну, чтобы Umbrella могла проводить свои эксперименты. Воу! Боже! Это землетрясение? Очень надеюсь, что да.
Что за фигня? Это либо взрыв, либо что-то большое. Где фонарик, Леон? Какого черта? Будь настороже. Кто знает, что там прячется. Друзья, это похоже на крокодила большого аллигатора. В оригинале был такой. Но там как-то легко с ним можно было справиться. Вот. Здесь же я думаю, что будет нелегко. Не думал, что разработчики все-таки впихнут аллигатора. В ремейк. Так, ну что, надо сохраниться, я думаю. На всякий пожарный. Сделаем сохраночку. Так, отлично. Сохранились. Отлично. Движемся дальше. Где? Ты что там встала? Что там заныкалось? Я что, один пойду к этому крокодилу? А, ну вроде. А вон она идет. И чё? Эй! Ты чё там? Эх, да-да. Вся такая крутая из себя, вся такая дерзкая. И чё ты не идёшь? А сама там... ныкается, блин. Плетётся сзади. Сытка, да, страшная, наверное. О, лента, отлично. Ленты много не бывает. Воу! Опять? Леон, еще не поздно повернуть назад. Вот еще. Я с тобой до конца. Слышь, кто бы говорил, сама там что-то сзади плетется. Но мы-то не мясом делано, нас не испугаешь. Всех порешим, мы же закаленные. Уверена, что нам сюда? К сожалению. Жди здесь. Господи боже. Леон, беги оттуда. Мать моя женщина. Смотрите, какой он огромный. Это жесть. О, пипец. В оригинале он не такой большой, блин. Во-во-во-во-во. О, черт! Черт, черт, черт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Гена, 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 Геннадий, Геннадий! Не так быстро, я могу споткнуться. О, черт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! О! О! Как это эпично! Это было круто. На, жри, переросток долбанный. Это было круто, ребята. Это было круто. Пипец, просто ему башку разнесло. Так, граната. Отлично, три гранатки у нас есть. Леон, сюда. Какого черта это было? Забирайся давай. Э, слышь? Какого черта я спрыгивал вот сюда вниз, если можно было по верху пройти? О, Леон, ты чё, совсем, блин, бессмертие хлебнул? А я тебя предупреждала. Ты сказала, что вирус превращает людей в чудовищ. Людей, а не рептилий. Хм, верно подмечено. Я просто удивлена, что ты еще жив. Слышь, я тебе скоро башку пулю пущу в башку. Своими намеками, блин.
И чё, мне кнопку нажать, что ли? Так, давай-ка кое-что проясним. Амбрелла продает подобных чудовищ кому? Нашим военным? Или кому-то еще? Они не продают чудовищ. Они продают вирус, который их создает. А за разработку вируса отвечает Аннет. Этот аллигатор был очень опасен. Но Аннет куда опаснее. Да, аллигатор был опасным. Как говорится, крокодил Гена уже не тот. Так. Я думал, патрон лежит, это крышка. Блин, не могли бы в эту локацию хотя бы патронов для пистолета сунуть? О, можно еще сохраниться, но делать этого не будем, ладно. У нас не бесконечный запас ленты. Попробуем аккуратненько все пройти. Чё она опять там застряла? Явно Уильям руку приложил. Назовите себя. Аннет Биркин. Это ее мы ищем. Времени мало. Нужно избавиться от этого. Мы здесь ради G-вируса. Ничего не выйдет. Не мешайте, доктор. Или что? Эй! Стой! Эйда! Вы никогда не получите G-вирус. Не ожидала такого от ученого. Леон, оставь меня. Иди. Останови ее, пока она не сбежала. Я у здания фабрики, преследую Аннет. Раз у нее его нет, цель в гнезде. Получим медальон и запрошу эвакуацию. Беги, беги, Аннет. Но тебе не спрятаться. Ну что, друзья, вот он, легендарный образ Ады Вонг. Красное платье, каблуки. Вот. Так. Леона уже перевязали, смотрите. Оказывается, у нас Ада Вонг таскала с собой бинты. И оставила плащ. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть пистолет и 9 патронов. Брум. Брум HC. 9-зарядный полуавтоматический пистолет двойного действия калибра. 9 мм. Входит в ограниченную серию из 5000 пистолетов. Хм, прикольно. Окей. Но все равно Ада отчаянная с одним пистолетом и 9 патронами. Жесть, как она еще до сюда добралась вообще. Так, что это? Какая-то хрень из зомби, что ли, вылазила, или что это? Жесть, ладно. Так, тут заперто. А, мы оттуда пришли, получается. На лифт нам надо, что ли? Тут ничего. Странно. Так. Лестница. Визуализатор EMP. Используйте визуализатор, чтобы найти провода и взломать электронное оборудование. Новая примочка какая-то, смотрите. Пришло время для секретного оружия. Новая примочка. Такого не было в оригинале. Устройство, позволяющее в реальном времени засекать и создавать М-поля на стенах, а также удаленно управлять некоторой электроникой. Прикольно. Окей. Давайте попробуем, посмотрим. Так.
провода. Не работает. Угу. Запустили вентиляцию. Надо разогнать, короче, получается. Да, чтобы она выбила решетку. Ты... О! Чуть не пришибло. Окей. Легче легкого. Да, не считая того, что ты чуть башку не отрезала. Ну, в оригинале был тоже момент с этими трубами ползания. Там тоже были тараканы. Но там они как-то смотрелись более устрашающие, как-то так. Как-то неприятно были. Так. Получается то же самое, да, наверное, сделать надо. Окей. Отойдем. Чтоб ненароком нас не зашибло. О, зомби. Зомби. Так. Я надеюсь, ты сдохнешь быстро, а не то у меня всего 2 патрона. Отлично. Чётенько. 3 патронов хватило, 6 осталось. Так. Сентябрьский осмотр, неделя первая. Направил запрос еще на прошлой неделе, но нам просто необходимо получить новый ID-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. Короче, у моей команды до сих пор нет доступа к месту проведения работ, так что пусть кто-нибудь только попробует обвинить нас в том, что мы задерживаем сроки. Понятно. Сотрудники ругаются. Так, заперто. Да, зомбарят, ничего не вывалилось. Блин, хотя бы лут какой-нибудь вываливался у этих зомбарей. Так, ладно. Угу. Отлично. Так, что-то лежит. О, патроны. Патроны, отлично. Отлично, 12 патрончиков. О, 2 обоймы, можно сказать, у нас есть. Это радует. Так, зомбарь где-то проснулся. Так. Погодите. Угу. Идем по синему проводу. Зомби. Давайте попробуем с ним расправиться. Промазал, промазал. Есть, отлично, прям в рот. Чётенько. Чтоб он нам не мешал. Так. Блин, еще один. А здесь тупик. Так, еще и дорожный рабочий. Как мы знаем, дорожный рабочий у нас очень. О, да ладно. С первого выстрела. Ну, здесь какой-то хилый дорожный рабочий. Так. Окей. Там тупик. Можно было, в принципе, туда не поворачивать, чтобы патроны не тратить. Но нам повезло, что мы с первого раза его застрелили, короче. Много не потратились. Так. Угу. Не знаю, какие-нибудь патрончики бы лежали здесь. Блин. Ладно. Вы так быстро дохнете, может, ты тоже так же сдохнешь быстро? Нет, смотрите, живучая. Воу-воу-воу.
Окей. Да что ты будешь делать? А 4 патрона. Черт. Тихо, тихо, тихо. Не урчи. Да блин, какая ты живучая тварь. Сколько можно? Я ей руку отстрелил. Почему не голову? О, пипец. Пипец. Еще и прилетел один. Они вообще какие-то любители попрыгать. Так. У меня патронов нет. О, патроны. Патроны, отлично. Патроны и граната. Граната, граната, граната. Фу. Перезарядочка. Окей. Да что, пласа? Пипец. Так, окей, мне надо... Отлично. Валим, короче. Я только потратил все. Можно было просто пробежать. Просто ни черта не делать, просто пробежать. Так, там ничего, да? Куда нам? А, у нас есть еще это. Обойма. Отлично. У нас побольше патронов было, получается. Окей. Анет. Попалась. Стой, коза. Ты всегда хорошо бегала, Анет. Этого у тебя не отнимешь. Так, окей. Надеюсь, эти твари-то не приедут на лифте. Так, давайте выберем сразу. Че это? Че я сделал? Че-то я сделал, короче. Непонятно, че. Окей. Да ладно, тиран! Да ты упертый, да? Давай, 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 давай. Открывай. Нет? Да? Бегом. Закрывай. Ой, не закрыл. Пипец. И чё теперь? Патроны. Воу-воу-воу-воу. Пипец. Я еще и выбежал. О май гад. Быстрей, 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 быстрей. Так, что мне делать-то? Разгоняй, 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 разгоняй. Yes. Тварь, а? Блюдок. Ох ты, какая гибкая-то. Не пролезешь? Фух, жесть. Это реально жесть. Так. Тварь, мы от него, короче, убежали с полицейского участка специально, блин. А этот козел за нами. Даже здесь. Жесть. Так, аптечка. Ой, аптечка. Сохраниться можно. Так, окей. Не знаю, сохраняться или нет. Давайте так просто сейчас посмотрим, что где имеется.
Не дай бог, эта тварь сейчас сюда приедет, блин, как-нибудь. Потому что я смотрю, лифт, да? Или что это, или контейнер какой-то. О! Ништяк. Енотик. Енотик. Так, получается, там, смотрите, там электричество, да, он нарисовано. Надо, короче, нам что-то здесь сделать. А, получается, лифт этот открыть, что ли? Давайте посмотрим, может здесь что наверху сможем сделать. Сентябрьский осмотр, неделя 2. Мы наконец-то получили новый браслет, так что можем приступать к осмотру зоны сноса. Не думаю, что недавние сообщения о проблемах с мусоросжигателем – серьезный повод для беспокойства. Скорее всего, забился крупным мусором. Как закончу с этим отчетом, пойду туда, сам и разберусь, в чем дело. А, это мусоросжигатель. Получается. Так. Окей. Ладно. Давайте идем сохраняться. Потом будем думать. В следующей серии, я думаю, будем думать уже, как включить этот мусоросжигатель. Вот. Так, ставим сюда. И на этом я буду заканчивать, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.